Привет, привет, дорогие мои. Привет, привет. Хочу покушать. У меня совсем нет сил. Вот знаете, вот рассказываю тем, кто хочет делать резекцию желудка. Так, сейчас. Вот, ребят, самая вкусная минеральная вода, которую я когда-либо пробовала. Только мне больше нравится простая классическая. Это слаймом была просто. Топо Чико. Мексиканская. Очень вкусная. Ну вот у меня уже 23 мая. Будет 3 года. Как я сделала операцию, резекцию желудка. Так, это сырный соус начо. У меня закончились витамины, они дома сейчас, бариатрические. Я просто сдуваюсь. Сыпятся волосы. Опять начали трескаться губы. Трескаться уголки рта. Такое состояние, как будто тебя выключили. Я не жалею. Если бы меня еще раз спросили, я опять согласилась бы. Состояние такое наркоманское. Ничего не болит. Ну вот я знаю, если в таком состоянии что-то заболе, в смысле, что там. Болячечка какая-то, еще что-то, вообще, блядь, ничего не заживает. После черно-белых дней начнется и кончится зима. Я эти болячки герпиовиром мажу. Отпускает, опять начинаются. Отпускает, опять начинаются. Дай, пожалуйста, одну салфеточку. Пожалуйста. Интересно, это что, всю жизнь так будет? Хотя
Вот Crazy Max. Кто не знает, есть такой блогер в Москве. Crazy Max. Сейчас у него новый канал Crazy Max, Max Life. Он тоже сделал такую операцию. Ой. Ему не сказали, что всю жизнь надо пить витамины. А наш врач сказал, что всю жизнь придется. И я чувствую, как только я заканчиваю пить, опять начинается, как будто меня прям с выключателя выключили. Ну и все-таки, если бы меня еще раз спросили, я снова согласилась на эту операцию. Ой. Все время хочется вздыхать. Как-то мне печально, ребята. Сегодня в магазин зашла, так курочки захотелось. Это не я готовила, это купила. Это баффало крылья. А это просто классические ножки. Контрольный. Ничего вам, мои дорогие, мне сказать. Наоборот, ничего мне вам сказать. Пойду отдыхать. Пойду отдыхать.
Пока-пока.